Николай Петрович? Пенсионер. Все правильно. Я не знаю, может быть, вы меня сегодня осудите. Может быть, нет. Но на сегодняшний день я уже готов на нечто большее, чем просто говорить. Вот, и в Киеве, в том числе и здесь. Поэтому вот на сегодня такая стартовая у меня лично акция. Я хочу сделать вот так, если вы разрешите. Винный горы. Винный горы. Может тут напиться? Уже несколько раз мы пробовали это дело сделать. Может утопить, вдруг потонет. Круглого. Это за все те преступления, которые они уже сделали. Которые еще сделали. Где надо все побежать? В дополнение к этому могу сказать, что вчера в Николаев приезжала российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Глазьевым. Это тот человек, который настроен очень антиукраинский. Такие премии получили? Да. Эту делегацию в Николаеве встречал и провожал полностью по всему Николаеву, по всем заводам Бойко. Юрий Бойко, а сопровождал их наш Николай Петрович Круглов. Они показывали в Николаеве последнее, что осталось. Для России. Прежде всего завод «Заря». Провели смотр...